Привет, ребята, сегодня будем прошивать LG P500. Сначала нам нужно будет установить драйвера. Вот они. Для начала давайте поставим драйвера. Драйвера нужно ставить без подключенного телефона к компьютеру. Отдельно. Так, драйвера установлены. LG United Mobile Drive. 2.2 версия. Есть еще третья версия. Если у вас драйвера нормально не станут, устанавливайте вот это приложение. Вот. С помощью него вы подключаете телефон в режим загрузки Energy Mode. Вот. После чего программа найдет, что нужно обновить драйвера. Она скачает драйвера. Вы отключаете телефон от компьютера, она их устанавливает. Но все же я уже установил вот эти драйвера, у меня 2.2, и мне, ну, я скачал, вот здесь у меня прошив, и скачал флеш-тул, с помощью которого я буду прошивать данный телефон. Давайте ее разархивируем. Открываем наш флеш-тул. Вот. Выбираем здесь 3GQST. Здесь нажимаем и выбираем нашу прошивку. TDZ файл. Телефон загоняем в режим загрузки. Нажимаем кнопку громкости вверх, клавиша питания и кнопка возврата. Телефон попадает в вот такой вот режим, чтобы вы понимали. Подключаем наш телефон. Драйвер у нас установлен, поэтому телефон нормально обнаружится. Все. Теперь нажимаем запуск обновления ПО. После прошивки зажимаем кнопочку «Домик», качелька громкости вверх и включение. И ждем 10-12 секунд, после чего телефон запускается. И очищает полностью все данные. После этого можно спокойно вытягивать батарейку, подсоединять ее обратно и включать. Телефон запустится. Все это делать после того, как вы прошили флеш-тулом.